Я залипаю на тебя который день уже подряд. Мне пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. И ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. И меня зацепила ты. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. Я сижу курю один, не спасает никотин. Забудь и не вспоминай, просто забудь и не вспоминай. Дорогие друзья, всем большой привет, это Хижина Музыкант, меня зовут Раиль. Наконец-то я нашел время сесть и записать для вас самый полноценный и мощный разбор на песню «Верби зацепила». Мы сегодня будем очень круто исполнять данную песню, а для этого нужно каждую часть песни, каждый квадрат играть новым боем, новым перебором, новой фишкой, чтобы зритель просто офигевал, чтобы ваши друзья поняли, что вы очень-очень крут и не могли отвести глаз от вас. Ну что, приступим к разбору. Оригинальная тональность до диез минор, четвертый лад. Вот, всего три аккорда, все очень просто. Второй аккорд А, пятый лад, верхняя посадка. Третий аккорд Б, седьмой лад. Одним шаблоном берется. И снова С диез минор. Три аккорда. Но как вы знаете, я исполнял на полтона выше в тональности Ре минор, ДМ. И тоже так же по шаблону играете аккорд ББ. И через один лад аккорд С. И снова аккорд ДМ. То есть ищите свою тональность, в которой вам удобнее петь. Вы можете наоборот спустить и сыграть то же самое. То есть удобно на гитаре транспонировать по шаблону. Просто сдвигаете вверх или вниз. Если вы сдвинете еще на один тон выше, то будет аккорд ЕМ, или по сути ЕМ. Что я сказал? Второй аккорд С, третий аккорд Д, ЕМ. То есть вот она, тональность без барре для тех, кто не любит сжимать барре. Все исполняйте так же, как я сейчас покажу в тональности оригинальной, тональности С, диез, М. Начинаю играть таким вот перебором, который звучит как раз таки в оригинале. Поехали! Аккорд С диез минор. Дергаем пятую, четвертую и три нижние. После того, как дернули три нижние, левую руку расслабляем. То есть блокируем, по сути, звучание, но руку не убираем. Вот. И еще раз. То есть после того еще дергаем три нижние струны еще раз и расслабляем левую руку. После последнего концерта ногти отвалились, я просто долбил как ненормальный в Sky 8. Кто видел в Инстаграме, а кто не видел, ссылочка внизу. Там я делаю сторисы, и так что люди могут узнать, где я сейчас нахожусь, подключиться и вместе со мной заняться интересным делом. То есть ногти нужны, чтобы струны звучали ярче. Еще раз поехали, дергаем. Тут начинаем петь. Потом добавляем аккорд А. Только с шестой проводим. Шестая, пятая и первые три струны нижние. Все, и так крутится первый куплет. Какая мелодия? Сейчас покажу, чтобы вы не витали где-то по другим нотам. Четвертая струна на втором ладу. Третья на первом ладу. И пятая на четвертом. Поехали, медленно повторяем. Я залипаю на тебя который день уже подряд. Меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. Дальше продолжаем. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Ты забудь и не вспоминай.
дальше идет припев, который играем дворовым боем. Почему именно этот бой? Да потому что он здесь лучше всего подходит. Там же у нас drum and bass. Прикиньте, песня в стиле drum and bass в припеве. Чего давно не было, но жанр очень крутой. Мне нравится. То есть, поехали. Чувствовать надо, какой бой подходит лучше всего к песне. Поехали. Вниз, хлопок, вверх, вверх, хлопок, вверх. Еще раз. Как делать вот этот хлопок мощно и красиво, ищи в описании или в подсказках. Я снял про это отдельное видео. Вниз, хлопок, вверх, подушечку указательную. Хлопок опять, приближаемся ногтями, вверх. Или... просто сверху блокируем струны. Круто. Поехали. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. Я сижу один, не спасая никотин. Забудь и не вспоминай, просто забудь и не вспоминай. Ведь зацепила... У меня специфично получается делать удары вверх. Первый раз я делаю подушечку указательным, а второй раз оказывается большим. Я даже сам не контролирую. То есть... ну так не надо делать, делайте так, как вам удобнее. Кому-то так всегда удобно. То есть указательным пальцем, подушечкой и ногтем. Поехали, дальше я делаю такую фишку. Ё-моё, если хотите, делайте, если нет, то нет. Удар вниз, потом... подушечка большого пальца, ударяем по верхнему. Деки. И потом ногтем по обечайке гитары. То есть пауза. Тут ровно. Следующий аккорд, а? Начинается второй куплет. Здесь уже используем прием palm mute, блокируем звучание струн ребром правой руки, ставим на нижний порожек и бьем по басовым струнам, начиная с пятой струны. Рокерский прием. Много-много раз. В этом море темноты помогаешь только ты. Не понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Главное держать темп, здесь замедляться можете. То есть заканчивается начало второго куплета на аккорде также до диез минор, С диез М, только беру его чуть выше, чтобы разнообразие какое-то было на девятом ладу. И дальше меняем бой еще раз, становимся еще круче. Медленно, поехали. То есть меняем порядок ударов, привычный, стандартный. И делаем сначала удар вниз по нижним струнам при помощи ребра правой руки. То есть, чтобы немножко замутировать звук. То есть бьете не вот так открыто, а именно бьете и в то же время закрываете рукой. Это происходит сразу. Удар происходит и блокирование. Не так, а именно вот одним ударом. Потом бас, тоже мутированный палм-мьютом. И ускоряйтесь. Поехали, замедлимся. Вниз бас, вниз бас, вниз бас, вниз бас. Можете
еще ставить быстренько вниз, вверх, вниз. Очень классный прием. Может сразу не получится, но тренируйтесь. Слайд вниз. И начинается припев. Но прежде чем приступим, посмотрим, наверное, как поется второй куплет. Те же самые ноты, которые мы с вами рассмотрели. То есть четвертый лад, пятой струны, первый лад, четвертой струны, второй лад и четвертый. И еще первый лад, третьей струны понадобится, возможно. В этом море темноты помогаешь только ты. Не понять, что впереди еще множество причин. Дальше. Оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. Заметили, что вот этот бридж, который начинается со слов «Ведь зацепила ты меня, меня зацепил ты», это еще не припев, но в первый раз он поется ниже. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. А второй раз поется прямо как в припеве, чуть выше. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. И меня зацепила ты. Тут начинается припев, но давайте повторим куплет второй. В этом море темноты помогаешь только ты. Не понять, что впереди еще множество причин. Оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает пустоты. Меня зацепила ты. И пошел последний припев. Играет с таким боем. Офигенно, как и Мукку тоже сыграли таким боем. Разбор песни Мукка будет в конце видео, также в подсказках. Поехали, аккорды М. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Стандартный девятка бой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз. Просто это надо делать легко двумя вот пальцами. То есть вниз ногтем указательным мы бьем, вверх ногтем большого пальца. Ускоряемся. То есть не обязательно переходы между аккордами доигрывать полностью, по бою имею в виду. Там все легко должно быть, половину можно даже проглатывать. То есть легко. Вы должны быть готовы сыграть данный бой на любой скорости. Для этого кисть должна работать очень легко. Не напрягайтесь, расслабьтесь. Просто побринчите немножко вот так, расслабленно. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. Я сижу буду один, не спасает никотин. Забудь и не вспоминай, забудь и не вспоминай. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, вроде бы все показал. Надо показать вам мелодию, которая поется в припеве. По сути, она очень простая. Поехали, четвертый лад четвертой струны, первый лад третьей струны и второй лад четвертой струны. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. Я сижу, курю один, не спасает никотин. Не забудь и не вспоминай, просто забудь и не вспоминай. Дорогие друзья, если все, что я вам сегодня показал, кажется мега сложным, то нужно начинать с чего-то более легкого. Если вы не знаете, с чего начать, только купили гитару, то я вам помогу. У меня есть два самоучителя.
один по гитаре, другой по вокалу, вокальный и гитарный самоучитель, где уже я пошагово тебя проведу с самых азов до уровня, на котором ты будешь играть свои любимые песни, и это делать мега круто в сравнении с другими. Сотни моих учеников уже прошли данный путь и исполняют свои любимые песни так, как им хочется. Транспонируют, повышают, поют отменно, делают это где угодно, для себя или на природе, или на празднике. И ты тоже сможешь исполнять свои любимые песни. Для этого переходи по ссылочке, что находится внизу, кликай по названию «Хочу научиться петь» или «Хочу научиться играть на гитаре», и вся информация уже появится на сайте, на моем. В комментариях напиши новую заявку на разбор, подписывайся на хижину и обязательно нажми на колокольчик, потому что тебе не придет уведомление о том, что вышло новое видео, если не нажмешь на колокольчик. Кто даже давно подписан, просто перепроверьте, спуститесь, нажмите на колокольчик и нажмите, чтобы всегда приходили уведомления от хижины музыканта. Тут только самое лучшее, самое доброе, позитивное видео. До скорых встреч, пока!